С началом строительства альтернативной дороги работой обеспечены местные жители. Только на участке холма Кырчын трудятся 15 человек. Их основная цель – выполнить свой объем работы в срок и качественно. Сейчас у нас есть постоянная работа. Здесь мы собираем камни. До этого же занимались только земледелием. Всего же на трассе, соединяющей северную часть страны с южной, трудятся свыше 1000 человек. Привлечена и техника в большом количестве. Только на отрезке с 338 по 385 километров в ходу 130 единиц техники. Сейчас в основном готовим основу под асфальт. До конца года стараемся проложить дорогу до этого портала и открыть проезд. Работы много. Сейчас думаем открыть вторую смену. Общая протяженность дороги, начиная от Балыкчы до Сузакского района, составляет 433 километра. Трасса будет проходить через Кочкор, Чаек, Кукумерен, Казарман. Это позволит улучшить инфраструктуру многих сел. Сократит и проезд из Баткена, Шаджалабада до Иссыкуля. 1 апреля прошлого года официально начали все работы. К 2018 году должны были завершить проект. Но по поручению президента установленный график сокращен на год. Намерены сдать дорогу в пользование уже к ноябрю 2017 года. Общая стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов. Подрядчиком является китайская компания. Дамира Базарбаева, Байгазы Раимкулов, Адилет Муратов, Общественный, Первый канал, Джалалабад.